Быть патриотом – значит помнить историю своей страны, не забывать героев и их победы. В историко-культурном центре учащимся рассказали о великих защитниках русской земли, начиная от подвигов богатырей, заканчивая путем полководца Александра Суворова. Сейчас эта тема актуальна для молодежи. И я считаю, что патриотизм, от него уже выходит, вытекает героизм. И для молодежи на примере наших древних героических образов. Интерактивная программа включила в себя познавательную лекцию и видеосюжеты, посвященные Ледовому побоищу и Куликовской битве. Во время мероприятия ребятам задавали вопросы. Каждый ответил, какие качества присущи настоящему воину. Как говорил Александр Суворов, благость и милосердие потребны героям. Школьники отметили общественную значимость уроков мужества. Я считаю, что как бы важно проводить такие мероприятия, чтобы ученики, люди знали в лицо как бы своих защитников, ну, чтобы знали, какие подвиги совершались в это время, и чтобы, ну, как бы был патриотизм у людей. Уроки мужества – неотъемлемая часть просвещения учащихся. Они позволяют сохранить знания о подвигах дедов и прадедов через поколения, чтобы каждый молодой человек был предан родине, делая все возможное ради мирного неба над головой. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.